Вітаю вас, дорогі телеглядачі. Ви дивитесь програму «Без протоколу». З вами я і ведучий Дмитро Василець. І сьогодні в нас в гостях політичний експерт Олександр Савченко. Вітаю вас. Добрий день. І в нас дуже таке цікаве питання. В Україні у нас є піраміда облігацій. Фактично, це такий тягар на економіку України. І в нас спад економіки. Але в нас зростає курс гривні щодо долара. Ну, це якийсь нонсенс. От як це пояснити, що відбувається? Тому що економісти говорять дуже такі важкі слова, там незрозумілі, і там різні теорії з цього приводу роблять. А от якщо для людей пояснити, що насправді відбувається, що з нашим курсом, що з гривнею? Дмитрий, я, наверное, сразу не смогу пояснить, потому что я тоже экономист, если честно. Я не могу пояснить как бы простыми словами, потому что это не совсем просто, ну, в реальности. Долговые обязательства, ну, если для наших зрителей говорить достаточно просто, это как бы долговые векселя нашего государства. Ну, то есть государство выпускает бумаги, по которым оно гарантирует выплатить определенные денежные средства. Ну, кто скупает эти облигации, долговые наши бумаги, как у страны? Это могут скупать, ну, компании, частные, так называемые, частные лица и спекулянты. Ну, в любой экономической сделке, которая сулит выгоду, существуют спекулянты. Это нормальная практика. Ну, то приватные граждане с пониженной социальной ответственностью. Ну, не совсем так. В основе это финансовые компании, которые занимаются спекулированием на рынке. Але в нас, у людей, які пострадянського періоду, це все ж таки понижена соціальна відповідальність у людей. Я скажу так. Долговые обязательства наша страна выпускала и раньше. Это не является ничем таким преступным. То есть, когда экономисты в стране просчитывают определенные проекты, когда необходимо заимствование денег, внешний займ, то есть несколько, их не так много путей по получению так называемых дешевых денег. Первое – это занимать в Международном валютном фонде, это так называемая финансовая структура, по сути, банк, которая за небольшие проценты дает деньги в те проекты, которые оно хочет дать. Но Международный валютный банк, он имеет свое понимание то, куда он хочет инвестировать. И не всегда это понимание срастается с социальными возможностями, либо там, с желаниями правительства под такие обязательства эти деньги брать. Существует еще другой путь. Это выпуск ценных бумаг, гарантированных государством, в которых ты ставишь определенный процент. То есть через, там, допустим, год, если это срочные бумаги, или через 3 года, или через 5 лет, происходит погашение, и государство гарантирует тебе и выплачивает премию. Там 7%, 10%, 15%, угу. В нашем случае даже 30% может быть. Так вот, государство выпускает на сегодняшний момент, что происходит, вот если уйти. То есть мы понимаем о том, что в этом нет ничего преступного. Это можно делать. И страны, которые имеют определенные крупные социальные проекты и хотят их финансировать, таким образом поступают. Ну, к примеру, Украина решила построить новую электростанцию. Ні, це не про Україну. Якщо ми подивимось про Україну, тобто ми дивимося, що Україна хоче продати українську землю. І щоб її купити, я так розумію, ну, потрібно, щоб в Україні у різних закордонних компаній, банків було дуже багато грошей. І тому, я так розумію, з цього приводу в нас в Україні з'явилося дуже багато грошей, які просто чекають відкриття ринку землі, куди так намагається потрапити Зеленський з своїм урядом. Чи він, чи не його, ну я тут спірне питання. А от, от це може бути реальною причиною? Тому що це логічно. Я не зв'язую дві ці речі тільки по той причині, що те, що відбувається на сьогоднішній момент, якщо говорити вже зовсім дуже просто, те, що відбувається, це, понятне діло, це так називаємо фінансова піраміда. Вопрос тільки в одному. Нет ніякої проблеми в тому, що її випускати тоді, коли є план розвитку країни.
То есть страна понимает, на что оно эти деньги берет, и, как правило, это крупные инфраструктурные проекты. Я не зря вспоминал строительство электростанций. Это может быть строительство электростанций, крупных портов и так далее. То есть это может быть тот объект, который зарабатывает какие-то деньги, просто не сразу. Но ты же за выпуск ценных бумаг платишь проценты, откуда ты их возьмешь? Ну, то есть государство должно подходить к государственным деньгам по-государственному, извините за слово. То есть ты выпускаешь ценные бумаги и через какой-то период погашаешь, берешь, там необходимо будет заплатить 10-15%. Ну, плюс к этому, для того, чтобы это было интересно иностранным инвесторам приобретать эти бумаги. Ты их можешь взять только из бизнеса, ты не можешь постоянно брать их из бюджета, от пенсионеров, от там, школьников, от бизнесменов. Это утопия. На сегодняшний момент то, что упоминают пирамида ценных бумаг, по сути, это вот у нас не существует крупных инфраструктурных проектов. Это бред. Ну, то есть для любой экономист скажет, что постоянно выпускать ценные бумаги и покрывать новыми ценными бумагами проценты прошлых, это признаки МММ. Вот то, что сейчас и происходит. Почему шатка-валка начинают бить в набат и говорить, а вы же, ну, для правительства забрасывают, вы же выпускаете ценные бумаги, вы же таким образом укрепляете гривну для чего? Ну, то есть, смотрите, выпускается крупный пакет ценных бумаг, уходит за границу, приходит к нам валюта, мы эту валюту начинаем размещать внутри, а крупных инфраструктурных проектов нет. То есть, что происходит? Мы начинаем вовнутрь, в макроэкономику, начинаем вливать эти деньги. Мы там начинаем выплачивать заработные платы, поддерживаем заработные платы, так называемые проедания. Выплачиваем социальным работникам, там, выплачиваем госслужащим. И все это выливается в экономику. Соответственно, валюта уходит и начинает гривна укрепляться неестественным образом. Так бы происходило, если бы, ну, то есть это было бы естественно, если бы мы производили что-то. Ну, поймите, там, допустим, мы производим двигатели и закидали этими двигателями весь мир. Мы продали эти двигатели, к нам пришла валюта. Ну, зрозуміло, так. А что? Навіщо це все? Я не можу зрозуміти. Щоб платити зарплатню чиновникам по 300-500 тисяч гривень, чи як? Цели очень простые. Их несколько. Ну, то есть цель первая, это, конечно же, обогащение. Определенное. То есть, еще раз мы говорим, когда есть мудрая государственная политика, то на курсе внутренней валюты можно играть, но это делает государство. Ну, то есть, это нормальный подход. И зарубляя на все. Да. Ну, то есть, оно зарабатывает, делает предпосылки, но для самого себя, для государства. Это государственный подход. К примеру, мы производим зерно. Много зерна. Мы продаем его осенью. Ну, то есть, мы можем сделать таким образом, чтобы в определенный момент года укреплять собственную валюту для там, закупки, к примеру, там, внутри себя чего-то, там, удобрений, нефтегорючего к будущему сезону. Газу, а можем опускать. И вот эти вот курсовые скачки, они, это целая наука, ее нужно понимать, ее нужно разрабатывать, эту стратегию. Что делается в нашей стране? Есть несколько фунтов, так называемых. А последняя крупная такой игра на скачке валюты, это было при Гонтаревой. Когда резко курс возрос, но это было... Дуже так резко. Да, это было разово. Заметьте, это было разово. Ну, то есть это не приходило в систему. При всей моей нелюбви там, к деяниям Порошенко, но он не занимался этим постоянно. Сегодняшнее правительство занимается этим уже на протяжении там, больше 2 месяцев, но даже не понимает, что оно творит. Вы понимаете, это вот эта ситуация, что тяжело их обвинять, потому что они себя не только ведут как дурачки, но и чувствуют себя как дурачки. Потому что их обманывает бизнес, то есть делает курсовые скачки внутренней валюты для того, чтобы... Выпускает долговые обязательства, цена гривны вот такая вот определенная. Потом выпустили, разместили, и цена гривна начинает укрепляться. В момент укрепления гривны спекулянты
внешние спекулянты, возвращают на пике, продают и уже на этом выигрывают. Понимаете? Проценты определенные. Ну, тяжело без наглядных графиков вам это показать, но поймите, это простая спекуляция. Ну, тобто, фактично, в Кабміні зараз і в НБУ сидять люди, які на цьому просто заробляють. І для того, щоб аргументовано це пояснити, ми бачили і чули плівки там, де Гончарук з НБУ сидять і думають, як вести оману Зеленського, щоб пояснити йому, що насправді відбувається. Ну, тобто, ми бачили таку спробу обманути Зеленського, щоб він не зрозумів, що насправді відбувається в економіці. Я не вірю, що вони не знають, що відбувається. Я думаю, що не можна без Національного банку та Кабміну щось таке подібне робити. Ви розумієте, я от теж підходив до моменту опублікування цих записів, я підходив до цього, і я думав, що от біс знаходиться в них. Ну, то есть они четко понимают, что они делают, вот как вы говорите, зарабатывают. Ну, зарабатывают, понятно, что не они. Они позволяют делать заработок определенным организациям, которые выпускают. Ведь под кого-то эти долговые обязательства выпускались. Вы же поймите, это не может быть случайно. Когда целое государство, европейское государство огромное, планирует выпуск долговых обязательств, оно должно ответить себе на вопрос, зачем оно это делает, для чего. Понимаете? Если ответ следует, что у нас дефицит в бюджете, и мы таким образом латаем бюджет, то это утопия, потому что рано или поздно эти деньги, которые ты выпустил, долговые обязательства, прилетят, да еще и с процентом. Это утопия. Соответственно, мне мысли приходят таким образом, я всегда считал, что это вот тот бес там сидит, в Кабмине, и в Национальном банке, который, как Гонтарева, четко понимает, что она делает, зачем она это делает? И может вовремя остановиться. Вот что важно. Понимаете? А после, все ж таки, как вы ознакомились с этими плевками? Я понял, я с ужасом узнал, что эти люди, не понимают, как происходит государственное управление. Они не имеют внутреннего плана и внутренней стратегии. То есть вот они делают злонамеренные действия для страны. Это плохо, крайне плохо. Но они даже не могут остановить этот процесс. Потому что они не понимают, с чего он начался, кто выгодополучатель на нем. Ну, они там, наверное, вот в этом вопросе что-то как-то понимают, но не понимают, уверен, до конца. Но они же и не могут остановить этот процесс, понимаете? Потому что их затянуло это, они начинают перекрывать дыру в бюджете новыми долговыми обязательствами и, по сути, делают вот такое МММ. Ну, то есть это наша страна, экономика нашей страны на сегодняшний момент представляет из себя огромное МММ, но на ней еще и нет мозга сверху, чтобы остановить этот процесс. Але громадяни не мають права купити ці МММ-облігації, але тільки перелік закордонних, я так розумію, чи українських великих інвесторів. Я уверен, что этот клуб, кто покупает эти ценные бумаги, он закрыт. Ну, то есть это точно не продается всем, кому попало. Первое. Во-вторых, то, что люди, которые находятся в Нацбанке, посаженные фунты, которых вы слышали на записях, они контролируют этот процесс, потому что эта пирамида, рано или поздно она обрушается. Ну, то есть понятно, что по долговым обязательствам нужно платить. Вопрос в том, кому платить, когда и сможем ли мы это выплатить. Или потребуется реструктуризация, такое слово. Еще раз говорю, в экономике нельзя все объяснить достаточно просто. Ну, это точно. Особенно в государственной экономике. Потому что вот когда мы слушали с вами записи, и когда они говорят вот президенту объяснить на словах, ну это же идиотизм. Ну то есть вот вы представьте, целый премьер-министр собрал экономистов, и они общаются на уровне общения на скамейке посидеть. Но так никогда в жизни не было. Вы понимаете, существуют стратегии развития государства. И в этой стратегии, в том числе и финансовые, создаются целые тома документов, вот как ведет себя валюта, почему она ведет себя, реперные точки. То есть это целый сценарий происходит. Там год, два, три жизни государства, финансовые жизни государства. То есть если валюта сильно укрепляется, это не всегда хорошо, это в основе там плохо, если вы что-то производите. Если что-то производите. В нашем случае, это честно сказать, вот то, что эксперты говорят там, для производителя это плохо. А что вы производите? Ну то есть для нас, вот мы уже находимся на таком пике дна,
что для нас уже это и не страшно, потому что мы ничего не производим. Кукурузу, пшеницу, не, ну это, металл. Да, ну мы это как не, бы... Не автомобили, там, так космичные корабли. Товар не с очень кажут. Повышенной стоимостью. Цена на эту продукцию находится, оценивают ее за территорией нашей родины, поэтому там это тоже не накладывает такой сумасшедший отпечаток. Понимаете? Я сейчас кощунственные вещи говорю, но мы находимся на таком дне вот финансового управления нашей страной. И поэтому эти записи, они страшны. Они страшны, потому что, понимаете как, когда ты сражаешься с бесом, то очень, очень хорошо воспринимать себя, что ты, вот напротив тебя именно бес, а не дурачок. Понимаете? То есть он придумает какой-то хитрый план. Вот у меня была всегда идея, что там Гончарук, он прикидывается, самокат, это все. На самом деле это хитрый план, что кабинет министров – это хитрый план. Я не понимал то, что это полные профаны, что они ведут нас в тупик, в утопию. То есть мы уже будем падать с этого обрыва, а они даже не поймут, к чему они нас привели. Але все ж таки, якщо ми подивимось на цю ситуацію, і ми не бачимо відставки Гончарука, при всьому, ми не бачимо відставки представників Національного банку України, їх теж не потрібно забувати. І у мене картина. Підходить, їде автобус Гончарук з Національним банком за кермом. Підходить Зеленський і каже, ну що, як в нас справи? А вони кажуть, виходячи з цих плівок, ми їдемо зав'язаними очима, не бачимо нічого, не розуміємо, куди їдемо. Нам хтось вухо підказує, що треба їхати туди. От. І він такий, ну добре, їдьте. Ну як це зрозуміти? От як ви можете охарактеризувати, чому не відбулася відставка Гончарука, чому не відбулася відставка представників Національного банку України, чому це все не відбувається, якщо ми очевидно бачимо, хто ці люди? Чи, я так розумію, просто Гончарука зараз не можуть відсторонити, тому що потрібно буде усі міністерства, усіх міністрів, в тому числі, я так розумію, Авакова, і інших, там, Мілованових, їх потрібно буде звільняти і потім призначати якихось нових. І якщо старих, то не факт, що за них, я так розумію, проголосують. Ну, де причина ця? Чому немає відставки? Причина, многим кажется, що причина до банальності проста, я вважаю, що це не так. Ну, тобто, не все так просто. Почему не все так просто? Потому что центров влияния, ну, в нашей стране очень много. И нужно отчетливо понимать, вот когда мы начинаем рассказывать о Зеленском как о человеке, который может управлять всеми процессами, потому что у него уровень поддержки там был 73%, то это в нормальной цивилизованной стране, где выстроена государственная политика. В нашей стране государственная политика не выстроена. Ну, то есть и не была никогда выстроена. То есть она развивалась немножко по наитию. Что же происходило, я сейчас говорю свои мысли, как это происходило. Что же происходило на момент победы Зеленского? Ну, во-первых, в действительности отбросим конспирологию, то, что там все это подстроено, что это все, я считаю, что не подстроено, что там приход Зеленского это там определенные уникальные события, которые там сошлись в определенной точке, ожидания людей и так далее, узнаваемость, люди устали, и поэтому они выбрали актера. Ну, то есть это усталость людей, которые проголосовали за него. Ну, це відзнака Порошенка, це його заслуга. Він дуже довго старався, щоб така ситуація була можлива. Ви розумієте, якщо говорити об этом, вот в некоторых студіях ми зустрічаємося з представителями «Слуги народу». Я пытаюсь всегда сказать, вы не смотрите на них, как на тут главное порождение беса, так называемого. То, что пришел Зеленский, и то, что появилось монобольшинство, и этот Кабмин, катающийся на самокате и не делающий больше ничего, это действительно так, это заслуга правительства и Порошенко, и Януковича, и всех остальных, которые были до этого. И тех политиков, которые там, вот часто выступает Юлия Владимировна, я хочу спросить, а не было ли ее заслуги, то, что появился в конечном итоге Гончарук? Зарождение Гончарука, вот как образа, как вот такого образа, которым вообще все равно, и
Зеленского как президента, которого выбрали на волне протестов против Порошенко и против всего остального, что было там, нищеты, обмана и так далее. Все причина, следственная связь, начиная с 91 года. И отбелить какого-то политика, который бы не был в этом процессе, я имею в виду действующей власти, либо в Верховной Раде, невозможно. Потому что, посадив за круглый стол, как бы они ни накидывали гадости, но все, вот мы вспоминали долговые обязательства. Но долговые обязательства же начались давно. Они начались там еще с Ющенко они начались, с Януковича. При Порошенко они были, и до Ющенко они были, просто не в тех объемах. Ведь это, ну просто это не было как бы пирамидой, теперь оно выросло в пирамиду, но основу этой пирамиды заложили вы, не надо этого отрицать. Так вот, вернемся к первоисточнику. На момент победы Зеленского, которую победу ну, мало кто ожидал, и нужно было вычищать, начинать вычищать людей, ну это мы так считали, значит, вычищать людей от Порошенко. Вот смотрите, есть государственный аппарат, он большой, раздутый. Самый раздутый в Европе, вот у нас. Но тем не менее, на эти ключевые клеточки нужно назначать специалистов. Кого назначать? Приходит актер, ну, лицедей, актер Владимир Александрович Зеленский. Я сейчас с уважением говорю к президенту Украины. Но тем не менее, кого он может назначить? Его круг общения это кто? Это что, фиалы? Это там кто-то из нефтегаза? Нет. Я думаю, еще нет. Его круг общения – это концертные продюсеры. Это определенная кинематография. Это прокаты фильмов. В этом он специалист. Но он приходит совершенно в другую отрасль. Кого ему назначить? И тут появляется такой... И тут появляется вот такой уникальный шанс для тех людей, которые мы называем соросята. Соросята, вот кто бы там ни говорил, вы не задавались вопросом, а почему вот у них так все получается? Вот они находятся на госдолжностях, им там дают сумасшедшие заработные платы. А как так получается? Подзвонили когда... за кордон, но их призначили, что ты зрозумів. Но это вершина айсберга. А когда начинаешь копать и смотреть на уровень их профессиональной подготовки для государства, не для другого государства. Для другого государства они высокого уровня специалисты. А для нашего они вот такие. Почему так? Да все очень просто. Потому что соросята или работники грантовых структур, в том числе и Сороса, их там много, пришли общим пакетом. Понимаете? И государство наше вот взяло целиком. И это удобно было для государства. То есть со стороны президент приходит, он, у него куча рычагов, он не знает, чем управлять и как эта государственная машина работает. Более того, люди, которые от прошлой власти, от Порошенко, конечно же, будут ему мешать. Что ему нужно сделать? И тут приходит представитель грантовых структур, который говорит, у меня в каждую клеточку есть готовый специалист. Плюс тебе, Владимир Александрович Зеленский, есть поддержка от Международного валютного фонда. От американских грантовых структур, від Порошенка. От Канады. И с Порошенко мы договоримся, он тебе мешать не будет. Ты отведешь ему там кусочек. Я сейчас, конечно же, фантазирую. Но вы сами подумайте уровень моей фантазии. Такая ли это действительность и фантазия или нет? И что делает Владимир Александрович Зеленский? А эта ситуация не уникальна для нашей страны. Вы должны понять, что в истории все когда-то было. И если взять ненавистную Российскую Федерацию, то в ее истории тоже это было. Просто это было в 98-99 году. Мы на 10, а то и больше лет запаздываем от соседних стран. Что делает наш президент? Он, естественно, ему деваться некуда. Ему нужно заполнять вакансии. И он заполняет их, к большому сожалению, представителями с грантовых структур. Специалистами, которые работали просто на бумаге, не в практическом секторе. Потому что раньше прошлые президенты пользовались их услугами только на бумаге. Их никогда не подпускали к управлению страны. И это был плюс. То есть в этом был их опыт. Вот за что можно сказать спасибо Ющенко или спасибо, там, упаси Боже, темнейшим, что их не подпускали к управлению государством. А здесь их непосредственно пустили за рычаги управления государством. Вот итог этого
мы видим на этих пленках. Угу. Извините, что просторно отвечаю, но нужно каждому понимать, почему появилось такое количество грантовых структур в управлении нашей страны. И почему туда же проникают представители от прошлого президента, от Порошенко. Потому что это кровь от крови, плоть от плоти. Они вместе возникали. Зрозуміло. От з вашої точки зору, от ми зараз бачимо ситуацію щодо Гончарука МБУ. Ми бачимо, що МВФ підтримало Гончарука. Ми бачимо, що Порошенко зі своїми телеканалами та порохоботами підтримав Гончарука. І фактично ми розуміємо тоді фунт, от говорили, що на ключові посади поназначали фунтів. Це, очевидно, зрозуміло, чий фунт, тобто це МВФ чи і Порошенко. І ми фактично бачимо, що це дійсно так, тому що більшість абсолютно міністрів, вони, ну, з моєї точки зору, грають антидержавницьку функцію і впроваджують антиукраїнську політику. От. Ну, я би не использовал слово «фунт», воно тут не зовсім правильне. Я би использовал агент іноземного впливу. Вот у нас на ключевых, доречно, так. Да, у нас на ключевых позициях находятся специалисты, которые в действительности не имеют опыта управления государством, но это все-таки специалисты. Но они являются центрами влияния других государств, и не обязательно это Америки. Другие, они преследуют интересы, и их туда лобби других государств умудрилось запустить вот таким образом. Соответственно, у нас и появляется пирамида долговых обязательств. У нас появляются огромные зарплаты, огромные премии в «Нафтогазе». Ведь, ну, наивно думать, что премия в много миллионов одному единственному физическому лицу, что это было допущено как-то случайно или... Не, я надеюсь, же никто не думает, что эти деньги кто-то забирает себе. Это глупо. Это просто деньги, это касса грантовых структур, понимаете? Она оттуда финансируется. Но вот такая вот у нас модель построена. Так удалось построить грантовым структурам и агентам иностранного влияния в нашей стране. А если вот дивитись, каким чином изменить ситуацию, мы видим, что потрібні реально нормальні політичні партії, ідеологічні, які не за гроші йдуть до Верховної Ради чи до якихось державницьких посад. Якщо ми подивимось на життєдіяльність молодих партій в Україні, з вашої точки зору, я розумію, що у вас є певний досвід з цього приводу, що заважає молодим партіям все ж таки прийти до влади? Адже ми просто бачимо, що реально дуже мало зараз реальних політичних партій, які мають хоч якусь ідеологію, не кажучи за якусь конкретну. Якщо починати з самого початку, що ж робити в цій ситуації? Я хочу сказати, я от в цьому скандалі з Зеленським, для мене, ну, Зеленський і Гончарук, как представитель грантовых структур. Для и меня... НБУ-то, как представники... Абсолютно точно. Ну, это то, что НБУ во многих странах мира не подчиняется главе государства и вообще является иностранной коммерческой структурой. Это не секрет, просто многие могут открыть, это не является тайной. Поэтому это не так страшно. Вопрос в том, что у нас все правительство подчиняется правительствам других стран. Так вот, что же делать в этой ситуации? Я очень сильно ожидал, что все-таки президент Зеленский начнет проявлять как бы признаки государственности, ну, то есть государственного политика в действительности. И решится на момент, понимая, что у него эти представители грантовых структур просто отнимают рейтинг, что они нивелируют там все достижения, я имею в виду на выборах все достижения, других достижений Верховной Рады я не вижу, откровенно сказать. А вот то, что они хорошо прошли выборы, это да, получили очень большую поддержку. То есть они нивелируют поддержку депутатов Верховной Рады. Депутатам Верховной Рады приходится помимо вызова проституток в Верховную Раду еще оправдываться за кабинет министров, почему он так себя ведет и так далее. То есть я ожидал, что Зеленский и круг людей, его соратников, проявят государственное мышление и начнут выносить представителей Сороса. И это начнется достаточно активно. Конечно, может быть, я по-наивному думал, что это начнется именно сейчас, потому что у многих стран на это ушло десятки лет,
чтобы подготовиться к этому процессу. И... Но так это и не произошло. Ну, то есть в действительности Зеленский повторно дал мандат доверия на разграбление страны. И как бы этот, весь этот снежный ком покатился. Угу. Перейду ко второй части вопроса. Что же делать? Политические партии молодые. Во-первых, в нашей стране, в Украине, так построена система политических партий и контроля за политическими партиями, которые делают невозможным возникновение любого политического, нового политического движения, молодой политической партии, которая бы могла повлиять на политику в Верховной Раде, либо войти в Верховную Раду. Ну, естественно, без там, упаси Боже, трупов на Майдане. Только вот это смешивает как бы этот коктейль. О чем я говорю? То есть так построены законы, которые запрещают финансировать молодую политическую партию, производят контроль за финансированием этой политической партии, производят репрессии от силовых структур, таких как СБУ. Ведь не секрет, что в СБУ есть несколько департаментов, которые занимаются политическими партиями, политиками, спикерами и журналистами. И для вас это тоже не секрет. Которые очевидно, любое возникновение политической активности рассматривают как угрозу действующей власти. Так вот, отвечая на вопрос, на сегодняшний момент без изменения законов не появится никакой молодой партии. Не может этого быть. Для того, чтобы до момента, что власть ее не задушит, сразу же не запретит регистрацию, либо не продлит эту регистрацию. Просто так заточен механизм. О чем я сейчас пытаюсь сказать? Ну вот смотрите, самый простой пример. Собрались, к примеру, несколько тысяч человек, которые решили сделать молодую политическую партию с идеологией, что нужно изменять страну и все остальное. Угу. Сейчас наша власть принимает новый закон для того, чтобы при участии в выборах молодой и немолодой политической партии за участие в выборах ей необходимо заплатить уставные деньги, которые там, к примеру, уйдем даже от цифр. Не будем рассматривать 70 или 80 миллионов для молодой политической партии, много это или мало. Но уставные деньги сумасшедшего, космического размера. Ведь нужно отчетливо понять, что молодая политическая партия возникает. Это отбросим как бы старую практику в Украине, когда политическая партия возникает по щелчку пальцев олигарха какого-то. Мы же рассматриваем с вами идеальный случай, что олигарха нет. Так. А откуда деньги в молодой политической партии? Причем такие космические. И вот эти законы создаются не случайно. Когда наше государство принимает уставные деньги и отсутствие финансирования от государства политических, молодых политических партий, не парламентских партий, оно закладывает условия, когда в эту политическую партию может в любой момент прийти проверяющий орган и сказать: цап-царап, откуда у вас эти деньги? Естественно, возникнет вопрос, что там есть донор. И сразу подключается служба безопасности, налоговая инспекция, которая проверяет... Это блокирует, по сути, деятельность фактически политической партии. Мало того, что блокируют деятельность, но еще делают таким образом, чтобы любой, кто инвестировал в эту партию, внес определенные деньги на благое дело, зачморить его, извините за мое французское слово, до такой степени, чтобы он этого в жизни больше никогда не сделал. Когда к бизнесмену начинают приходить налоговики, вызовы в суд, подключается СБУ и начинает спрашивать, а зачем ты вносишь туда деньги, это происходит сплошь и рядом. А не каждый человек может сесть с сотрудником СБУ за один стол и сказать, а какое это ваше, извиняюсь, дело, почему я туда вношу деньги? Какое это дело, что этим занимается СБУ? Понимаете, так заточена система. Поэтому, когда мы говорим об этом, вот на сегодняшний момент для молодой политической силы это безнадега. Вот на сегодняшний момент. Потому что систему эту можно только демонтировать. Вот она специально так, не нужно думать, что она плохая. Она специально сделана так, чтобы никаких больше политических движений, кроме тех, которые существуют в Верховной Раде, или нам близкие к ней, больше не существовали, не возникали, ну, так называемый клуб там 12.
грубо говоря. Зрозуміло. От ми подивимося, якщо на ситуацію, то хто страждає в першу чергу, якщо от, щодо діяльності політичних партій і старої формації. Ми зараз бачимо, що малий та середній бізнес – це ті, по суті, напрямки, з яких фактично викачують дуже багато грошей на якісь потреби чи в бюджет, чи ще кудись. От з вашої точки зору, чи можливо таке об'єднання в політичну партію саме підприємців малого, середнього бізнесу, і щоб вони почали захищати свої інтереси? Адже ми розуміємо, що якщо вони якимось чином об'єднаються, то навіть 80 і 100 мільйонів для них це ну, не буде дуже така важка сума. Щоб таким чином хоча б захистити свої інтереси. Тому що ми зараз бачимо, що інтереси олігархів, закордонних корпорацій, вони захищаються. Тобто ні в кого не виникає питання у прокурора якогось прийти з обшуком до заводу Кока-Кола чи там якогось іншої корпорації всесвітньої. Чомусь не приходять до Ахметова в офіс чи там до Коломойського. Ми бачимо, що логіка інша. А якщо це маленький середній бізнес, та то можна. І фактично уся репресивна машина, вона зловживає цим становищем і в своїх комерційних цілях, і в цілях тих, хто зараз керує державою. Чи можливо, в принципі, таке об'єднання? Дмитрий, я в таке об'єднання, откровенно сказати, не вірю. По різним на то причинам. І, во-первых, це путь ущербний. Ну, тобто, ущербний в чому? Об'єднати частних предпринимателей і мелкий і середній бізнес для того, щоб він захищав себе об'єднанням в виде політичної сили, ну, це як би, це як гвозді забивати молотком, телевізором. Понимаете? Партия не для этого существует. Ну, телевизором можно забить гвоздь, но это неправильно. И объединение такое, ну, во-первых, каждый бизнесу нужна тишина. Ну, вот, откровенно сказать. Угу. На самом деле, в политической деятельности существование крупного бизнеса вообще не нужно. Ну, там, не нужно. От слова совсем. То есть, политическая партия и бизнес – это, ну, как бы, это две вселенные, которые соприкасаются только в одной теме. Эта политическая партия должна помогать, смотрите, политическая партия должна помогать кабинету министров делать такие, проводить такую государственную политику, грамотную, правильную, чтобы не мешать мелкому и среднему бизнесу работать. Вселенная политических партий, вселенная кабинет министров и целый пласт вселенных – это существующий бизнес. Они не должны пересекаться как таковой, понимаете, в идеальном обществе. То, что сейчас вы называете, это ну вот уже от безнадеги делать что-то. Нет, все должно происходить иначе. Кабинет министров должен понимать, что душа, создая предпосылки и выдушивая мелкий и средний бизнес до состояния умирания – это закладывает умирание всего нашего государства и нашей государственности. Потому что кровь нашего государства – это экономика. Но наше правительство на сегодняшний момент этого не понимает. И требовать от них понимания этого, ну это ну, как бы наивно. От ви кажете, що наша економіка, але ми розуміємо, що у глобальному масштабі, якщо зараз навіть зробити якусь ревізію, щоб зрозуміти, а наша вона чи вже не наша, ми зараз розуміємо, що дуже багато корпорацій закордонних, світових вже давно працюють на українському ринку. І, в принципі, власники цих корпорацій, ну, явно не громадяни України. Ми фактично розуміємо, що зараз, якщо є якийсь прибуток, то він максимально мінімізується щодо сплати податків десь в офшорних зонах і виводиться за кордон. Яким чином тоді, в принципі, нашим олігархам, які теоретично мають центр життєвих інтересів в Україні, вижити при таких умовах? Так що ми розуміємо, що у більшості закордонних корпорацій набагато більше грошей та впливу, ніж у українських олігархів. Тому що ми розуміємо, що лобістом закордонних компаній є посли,
Є цілі країни, які настільки сильно можуть аргументувати необхідність саме лобіювання тієї чи іншої компанії, ніж будь-який олігарх. І фактично зараз підприємці і олігархи, великі промислові групи – це все люди, які з плином часу вони повинні будуть просто віддати ринок цим закордонним корпораціям. І цей процес вже давно почався, він не вчора почався. Олігархи – це фактично мамонти, які от-от повинні відійти у інший світ. З вашої точки зору, розуміють це олігархи? Я так скажу, вот вы называли, как работают иностранные корпорации, там, со своим уровнем лоббизма, это называется лоббизм. Я мечтаю, чтобы наш кабинет министров так работал, на иностранных рынках, как работают они. А вместо этого, наши министры иностранных дел лепят фразы, которые не натянешь на реальную жизнь, и не понимает, что его роль не в выпуске бюллетеней там каких-то, либо заявлений, не только в этом, а и в лоббировании нашего бизнеса за рубежом. Потому что рынки, естественно, рынки... До захисту бизнеса абсолютно точно, Украины. Все возможными способами. То, что вы называете, что у нас работают международные корпорации, ну, я не понимаю, в смысле работают. Они продают здесь свою продукцию. Ну, и все. Мают и заводы, ну, зерно. Для продажи, так, для удобства логистики своей собственной продукции. Когда мы говорим о производстве, нужно понимать, что, понимаете как, все производство, которое здесь было создано, вот не слушайте кабинет министров и главное не слушайте политиков, все производство, которое было создано здесь, это обломок, это осколок зуба, который создал Советский Союз. И все. Но у Советского Союза была стратегия, куда он эту продукцию производит, что он производит. И куда он эту продукцию поставляет? У него была плановая экономика. Все, что вы называете там собственниками, олигархами украинскими, на ней плацируются банальные вещи. Почему их называют олигархи? Ну, потому что это не просто богатые люди, это те люди, которые умеют давить на политиков. Ну, то есть задействуют такую схему внутри политики, а она была задействована, потому что как у них появились эти... теплоэлектростанции, там, ну, поставляющие, энергокомпании, ТЭЦ и так далее, газовые скважины, нефтяные скважины. Как у них появилось это все? Там завод, допустим, Рошен, упаси Боже. Ну, они приватизировали деякі функції держави. Они приватизировали то, что было создано Советским Союзом. А потом уже так, предприемство. На сегодняшний момент, вот понимаете как, рассматривать Украину и слушать бредни откровенные по поводу того, что с нашей продукцией нас ждут в Евросоюзе, а там находятся вот те вот международные компании, которые вы вспоминали, которые производят там, и сюда они только поставляют. Нас там никто не ждет. И наивно думать, что это так. И уже практика показала, что это абсолютно не так. Но мы постоянно идем по этим граблям. Нужно понимать, что вот все, что произведено, а нового не появилось ничего глобально. Ну, то есть мы паразитируем на тех атомных электростанциях, которые были построены Советским Союзом, и даже не существует нашей программы, что делать с ними, тогда, когда ресурс исчерпается. Там, и в бизнесе уже вычерпался. Ну, об этом мало кто говорит. Мы паразитируем на тех мостах, на тех дорогах, на той инфраструктуре, на тех трубах, которые рвутся. То, что было создано при Советском Союзе. И упорно клянем их и проклинаем, как что-то сотворившее для нас какой-то ужас. Там сносим памятники, запрещаем русский язык. Запрещаем русский язык, это же не из ненависти глобальной, там, допустим, к русскоговорящим, ко мне. Это по той причине, что они ненавидят, люди ненавидят свое прошлое. Но это прошлое успеха. Понимаете? То есть построены эти заводы, и был рассчитан рынок сбыта. Придя сюда, запустив войну в нашу страну и запустив ненависть, мы сами отказались от наших внешних рынков сбыта. И новые не получили. Соответственно, у нас не может возникнуть нового производства. В априори. Теоретически это могло бы быть, если бы у нас был зубастый кабинет министров и зубастый
Министерство иностранных дел, которые бы лоббировали, подкупали там какие-то африканские рынки, там, грозили пальцем или атомной дубинкой, которой у нас не существует, другим странам. И продавали там усиленно нашу продукцию, пропихивали туда. Но этого не происходит, потому что у нас беззубый Кабмин, который, в принципе, нацелен только на одно. Это обогащать самих себя и заводить страну в тупик только по той причине, что Международному валютному фонду так нужно. Кабинету министров и новых рынков нет. Здравый бы человек в определенный момент, там, в 2020 году, или 2018, или 2019, бы остановился, ну, будучи государственное управление, и четко понял, где эти рынки, и не начинал врать собственному населению о том, что мы там газ не потребляем с Российской Федерацией, мы там удобрения оттуда не берем, мы там и так далее, и так далее, и так далее. Уголь не потребляем с Донбасса. И стал бы говорить честно, но это не наши политики. Они продолжают врать и продолжают кривить лицом, что наши рынки где-то в Европе. В идеале да, но через 30-40 лет, если там все станет плохо. Нас туда никто не пустит, потому что это защита их национальных интересов. И они умеют это делать. А вот наши олигархи розуміють, що вони фактично мамонти чи ні? От з вашої точки зору. Да нет, ну дело в том, что у нас, я же и не рассматриваю, ну а какие у нас олигархи? По мировым меркам, по мировым меркам, это просто богатые люди, которые находятся у нас в регионе. Ну, называть их громким словом олигархи, это, знаете, как самый красивый парень на деревне. Ну, от это тоже самое. Вони дуже багато років грабували Україну. Фактично виводили з надприбуток, не сплачуючи податки. В них, напевно, в офшорних юрисдикціях, ну дуже космічні суми на рахунках. От чому, коли це називається, от, понимаете, этим начинаем как бы ужасаться только мы с вами. Большинству українського общества абсолютно это до сих пор все равно. И говорить об этом вот как о чем-то, это все так, что вы сказали. То есть то, что Петр Порошенко имеет офшорные компании, которые являются собственниками его украинских компаний, а по сути это и есть уход от налогов, которые придумали самая банальная, тупая, дешевая схема, мог бы заплатить дороже, ему бы нарисовали схему более красивую. Но он, поскольку он жадный, он нарисовал не очень дорого, и она... Но так действуют все, кто имеет какую-то собственность, потому что они не верят в собственную страну, они не верят в собственное правительство. Офшорные компании – это а, уход от налогов, не приписывайте больше ничего другого. Это в, это защита, чтобы была юрисдикция другой страны в случае, когда у вас попытаются рейндернуть, ну, забрать ваше имущество, чтобы перетянуть этот вопрос обсуждения в другую страну. Неважно в какую, в любую другую. Але не в Украину. Только не там. Но тут тоже не надо говорить, что наши... наши госслужащие, они хитрее. Они юрисдикцию законов меняют. То есть они тоже имеют определенные... Этот террариум продолжался 20 лет. И то, что вы называете, вот там, они обогащались, они имеют офшорные... Да, они все это имеют. Да, это с целью вывода от налогов. И даже речь даже не про очень крупный бизнес. Понимаете? Есть бизнесмены, как вы их называете, олигархи. Есть представитель партии «Голос», певец Вакарчук, который ничего, он не имеет заводов и пароходов. И даже он оформлен, как, оформлен в офшорной зоне для того, чтобы уходить от налогов. Дякую. На жаль, час нашей программы вичерпано. Я дякую вам. Це була програма «Без протоколу». Сьогодні в гостях у нас був політичний експерт Олександр Савченко. З вами був ведучий Дмитро Василець. До зустрічі.